И тема, о которой я хочу сегодня говорить, я знаю, что жаркое лето у нас. What I want to preach about, I know we have a И вы все, наверное, соскучились уже за дождем. And you guys all probably missed the rain. Я решил назвать так проповедь. And that's what I wanted to call the Готовимся к дождю. Getting ready for rain. И место Священного Писания это Осия, 10 глава, 12 стих. Hosea 10, 12. Давайте вместе прочитаем. Let's read together. Сейте себя в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вот такое место. Несколько мыслей из этого Писания. And a few thoughts about this scripture. Прежде всего, мы читаем, что Господь готов пролить дождь благословения и праведности на людей. First of all, God is ready to pour out His rain of blessings on His people. Amen. Мы читаем, Он говорит, что когда Господь придет, Он прольет, Он хочет пролить этот дождь. And we read that when God is going to come, He's ready and He wants to pour out His blessings. То есть у Бога есть желание благословлять свой народ. God wants to bless His people. Но есть периоды как бы в жизни человека. But there are periods in the life of man. Например, когда человек сеет что-то. When a person sows, for example. Например, он верный в каком-то деле, в каком-то служении, в каком-то долгое время. He is faithful in one thing for a long time. Потом раз, и ты чувствуешь, когда Бог как-то его благословил. And then you all of a sudden see that he is blessed. Кто из вас знает таких людей? Who knows those kind Я of знаю таких людей. И то есть мы понимаем, что приходит какое-то время, и потом какой-то дождь пришел в его жизнь, благословение, и он увидел результат хороший. A time comes when we notice the rain of blessings and we see the results afterwards. То есть вот этот идеальный момент, когда Бог приходит благословение. There is a time when God shows up with his blessings. Или еще есть, говорят, время возможности хорошее, по-человечески. It's called the time of opportunity. Есть некоторые люди, говорят, ну, по таким обычным светским языком говоря, у него все, как бы звезды сошлись, у него все получилось. With a carnal mind, people say, the stars have aligned, everything's going to be fine. Но мы понимаем, что всему есть посев и есть время жатвы. But we understand that there is a time of sowing and a time of reaping. И вот здесь вот как раз Господь и говорит: сей, и придет время дождя, и придет время жатвы. And but we here read in the Bible that sow and there will be time of rain and there will be time of reaping. Представьте, если бы человек не посеял и пришел дождь. Что бы было с этой земли? Imagine if a person never sowed and rains have come, what would happen with that soil? Там ничего нет. Nothing is there. Как бы Бог своим дождем благословения не пытался полить. No matter how hard God would pour out his blessings of rain. В земле ничего нет. There is nothing in the ground. Поэтому Бог говорит, я хочу прийти дождем благословения. That's what God says, I want to come with the rain of blessings. Но говорит, я вам даю вот секрет, что нужно, чтобы все произошло. But here he's saying, I'm giving you a secret, what you need to know for things to sprout. Смотрите, вот здесь есть такая фраза, время взыскать Господа. And there's a phrase, a time to seek the Lord. Он говорит, что есть всему свое время. He's saying there is a time for everything. Прежде чтобы жатву, хороший результат увидеть. In order to see a great harvest. Вот сначала, с чего все начинается, время взыскать Господа. This is where everything starts, a time of seeking the Lord. Когда это время? And when is that time? Когда время взыскать Господа when для меня? When is the time to seek the Lord? Вот для нас. For us, example. И я понял, что любое время
это хорошее время искать Бога. And I noticed that any time is a great time to seek the Lord. С чего он все начинается? Where does it all start? Господь говорит, вот взыщите меня. God's saying, seek my face. И я так себе думаю, Господи, And I'm thinking, Lord, а зачем тебя искать? Why do I need to seek you? Ты же всегда со мной. You're always near. Ты что, от меня прячешься? You never you don't hide from me. Ты от меня прячешься? Are you hiding from me? Вроде бы нет. Apparently not. В Ветхом Завете ты прятался от людей. In the Old Testament you would hide from the people. Не прятался. No. Чего ж ты от своих детей будешь прятаться? Why would you hide from your own kids? А зачем ты пишешь «взыщите меня»? Why are you saying to seek my face? Что это означает? What does it mean? Это не означает, что ты спрятался как-то от людей. It doesn't mean that you've hidden from others. Это не означает, что ты ушел, вот ты просто оставил Василия Яроша, и ты просто оставил меня. Left this church or whatever, left someone. Нет, ты живешь внутри меня. No, you live within me. Amen? Он живет внутри тебя. He lives within you. Он не прячется He's от тебя. Hiding from you. Господи, так зачем ты написал? But why, Lord, you've written to seek my face? Я понял, что это, вот это само слово «взыскать». And I noticed that this word to seek. Это как бы быть интенсивным таким, активным в духовной мире, Be intensively active in the spiritual realm. Как бы еще больше проводить время с ним, еще как бы прилепиться к нему больше. To be attached and to seek his face. Как бы вот этот момент найти его еще больше, чем ты раньше Find его знал. More than you know him yesterday. И Господь говорит, вот прилепись ко мне. And God is saying, be attached or glued to me like Я that. Смогу в твоей жизни много чего I сделать. I can do so much in your life. Но с вот этого вот But начинаешь from ты. This is where you start. С этого начинается. This все. Is where you start. Если ты поймешь, то все мы поедем. If you're gonna understand that, everything's gonna go much better. Я понял, что если Бог собирается что-то сделать либо в жизни какого-то человека, либо в жизни церкви, либо в жизни комьюнити какого-то. And I noticed that when God is ready to do something within a church, a family, or a community, там появляется такая жажда по Богу сначала. There is someone that has passion or thirst for God. И когда вот эта жажда по Богу приходит, And when that thirst for God shows up, это как будто дает легитимное право Богу действовать больше в жизни человека. It's as if it gives God the legitimate authority to work in that man's life. И я вижу, что если Бог хочет кого-то изменить или что-то изменить, сначала вот это он поднимает в жизни человека. And I noticed that before God wants to change something or transform that man, this is where he starts. Вот это нельзя bypass, обойти как-то, нельзя. You cannot go around this point. Любое пробуждение, любое движение, оно все, любой прогресс в жизни человека, вот оно начинается с этого. Any kind of progress or any kind of thing starts from here. Интересно то, что мы люди физически, но и духовные. It's very interesting that we humans are both physical and spiritual. И я увидел, что Бог хочет, когда вот мы ищем Его, в невидимом мире вокруг нас начинает что-то происходить. And I noticed that when we start seeking Him, in the spiritual realm, something starts to happen. Как будто мы начинаем издавать какую-то такую духовную энергию. As if we're starting to release the spiritual energy. Мы как бы начинаем ее производить, духовную энергию. Co-create the spiritual energy. И получается, ангелы, они тогда начинают активироваться больше, как будто они питаются этой энергией. And then angels are beginning to get activated as if they are feeding off of that energy. И духовный мир вокруг начинает активизироваться. And the whole spiritual realm starts to activate. Вот когда наш дух начинает
поиске быть, and when our spirit is in the seeking mode, то наш духовный человек, so our spiritual man, он как будто излучает такую силу, энергию, которая как бы притягивает духовный мир. Your spiritual man releases energy or power that attracts the spiritual realm. Хочу вам показать статью одного института биохимики, которые смогли видео отснять человека молящегося. Что происходит во время его молитвы? I just want to show you a video of a biological institute that took pictures of a man who was praying. Сила молитвы. Например, когда человек молится Богу, рядом с его аурой фиксируется удивительная гармония, красивые энергетические структуры ангелы. You want to interpret that one? I don't know. Разве... Something happens around that man when he begins to pray. Это называется Кириллиан фотосъемка. Подтвердила, что бесовское одержание и подселение демонических существ в физическое поле человека совершенно реальные вещи. They noticed that demonic oppressions are completely real things in a person's life. И что молитвы создают вокруг человека плотный каркас, который неприемлем для демонов. And the prayers create power that the demons cannot. Я как бы не хочу говорить там об ауре и всех этих других идеях, но суть именно молитвы. The point is about prayer. Следующий слайд. Интересно то, что ругательные слова. Curse words. Это то, что вызывает бесов. That releases or attracts the demons. Алкоголь. Интересно, что они заметили, что это один из приемов, который используют бесы, чтобы вызвать в человеке желание к алкоголю. Потому что алкоголизм, он производит, как бы истощает силу человека, его духовную силу, и как бы делает его духовно, ну, просто слабым и привязывает бесов к человеку больше. Alcohol makes a human weaker and attracts the demons. Это то, что опять этот институт сказал. That is what the institute has said. Следующий слайд. Интересно, что молитва, как она влияет на исцеление. Они даже и измерили, что когда молишься за человека, у него процесс восстановления исцеления происходит быстрее. When a person is prayed over when he's sick, he receives or like a healing comes quicker. Не говоря о том, что иногда быстро происходит исцеление. And sometimes it happens automatically. Интересно, что когда человек молится за другого человека, они измерили. When someone prays over someone else, то его как бы духовная энергия, она становится во много раз, в два, в три раза больше, чем он просто молится за себя. The energy of that person becomes 2-3 times better than rather him praying over himself. То есть какая мысль здесь? What is the thought here? Я не хочу как бы детали этого I don't want to go into говорить, every detail, но то, что я вижу, что Бог, Он говорит, взыщите меня. Because God's saying, seek me. Пусть все твое сердце, вся твоя как бы вот внутренняя энергия, пусть весь твой дух, он начнет прилепляться ко мне. He's saying, may your whole energy, spiritual energy get attracted to me. И вокруг ты станешь другим человеком. And you're going to become a new man. Сила будет приходить больше, высвобождаться больше будет. It's going to be released in your life. То есть сам Бог, мы до конца не понимаем все, что происходит, да? We don't truly know every single detail what happens when we seek His face. Но Он говорит, взыщите сначала меня. But He's saying, first of all, seek my face. Поэтому на этой неделе, как мы слышали объявление, week, like мы хотим перед каждым причастием три дня иметь время молитвы и поста. Мы несколько месяцев уже это делали, помните, да? Поэтому среда, четверг и пятница — это будет время молитвы. Wednesday, Thursday, and Friday, it will be a time of prayer.
И в пятницу мы хотим сделать такой worship night, молитву. And on Friday we want to make a worship night, prayer night. Я не знаю, группа прославления знает об этом, готова. Какие группы готовы, не готовы. Worship band is ready for it. Но я готов молиться but здесь. I'm ready to pray here. Есть люди, которые готовы молиться здесь? Anybody ready here? Все, несколько Praise человек God. Здесь точно будет. Поэтому... в пятницу с 7 часов. Вот я вижу, что On это слово, Friday from 7 p.m. слово для нас с вами. This is the word for you and I. Хочешь дождь благословения, you чтобы что-то произрастил? A rain of blessings in your life? С чего все начинается? Where does it start from? Просто прилепись, найди Just время. Just be attracted or to find that time. Amen. И Бог начнет дальше действовать. And God is going to continue to do works in your life. Смотрите следующее, что в этом же стихе мы читаем. Он говорит: распахивай у себя новину. And he said in the next verse it says plow everything that you have. Распахивай у себя новину. Plow everything. То есть другими словами он говорит: новина это почва. Soils he's talking about soil here. Её вспахать надо. But the soil has to be а потом посеять. Dug through, and then you have to plant something in there. Вы знаете, что в Новом Завете почва — это сердце человека. And in the New Testament, soil means the heart of a man. Помните притчу о четырех почвах? And you know the sermon on about four soils? Кто из вас помнит это? Чтобы Anybody мы here know about it? И там суть в чем? В том, что сеятель один. There is one sower. Одинаковое семя. Same seed. Но разный результат. But different results. Иисус говорил. Jesus was saying. Что я сею, но люди по-разному принимают. Jesus saying that I sow, but people. Их сердца не готовы у некоторых. Are not ready for it, some of them. Поэтому результат другой. And that's why there's a different result. И помните, там одно упало при дороге. One fell near the road. Это лукавый похищает семя. That's where the devil takes away the seed. Потом каменистая. And then there's rocky ground. Он говорит, твердая почва, как бы человек. Hard soil. Упертый человек. The person is very like hard-headed. Он просто упертый. Он, He's hard-headed. У него сердце как бы такое твердое. His heart is hard. Кто из вас знает таких людей, которые упертые? You know anyone of those people? Кто из вас такой? Не надо не поднимать. Но суть в чем? В том, что Иисус говорит, вот Писание говорит, сердце сделай мягким сначала. Jesus is saying, make that heart soft. Amen? Ничего не произрастет. Nothing is gonna grow. Если сердце не будет готово. If the heart is not ready. Говорит, а в тернии некоторое падает. And then sometimes it falls near the roots. А тернии — это заботы века и обольщение богатства. It falls near the weeds and it's being, what does it mean? Deception of the wealth. Yeah. Да, и я думаю, что это созвучно многим из нас. And I know everybody gets я не знаю, как вам, но мне это созвучно. I understand it. I заботы, don't know about you. So many другие things какие-то... To do. И Писание говорит, что это сердце человека иногда становится таким. And Bible says the heart of a man becomes that. И Писание говорит, чтобы сердце вот мягче стало, нужно взыскать Господа. And Bible says in order for a man's heart to become soft, fertile, you need to seek the Lord. А позвольте мне еще один такую мысль сказать. Вот, Allow me to say another thought. Вы знаете о том, что все в жизни христианской зависит от веры в Бога. You know that everything in the life of a Christian starts from faith in God. Amen. Вера. Faith. Все может кто? What can все возможно кому? Do? Who can do anything? Он говорит. Невозможно служить Богу, It не имея веры. To serve Нужно, God, not чтобы приходящий faith. К Богу что? He who comes before God needs to have what? Вера. Faith. То есть вера, вера, faith, вера. Faith, faith. От чего вера? And where does faith come from? Скажите вслух. Hearing of the word of От God? Слышания Слова Божьего. Да? Hearing of the word of God. Так от Слова Божьего или от слышания? From hearing or from the word of God.
И я остановился вот здесь. And I was standing here, и Господь меня сфокусировал and на этом. God focused me on that verse, не от Слова Божьего not of the word of God. Слышишь, что я сказал? Did you hear what I said? Вера не от Слова Божьего. The faith is not from word of God. Слышишь, что я сказал? Если бы это было от Слова Божьего, можно было включить в спикеры, в магнитофон на весь Портленд Слово Божье, и они бы все покаялись. If it was only the word of God, we would boost the scripture and everybody would listen to it and everybody would be saved. Mm-mm. Nope. И вот Господь мне показал внимание, говорит, сегодня все зависит от того, как люди слушают. And God reminded me that everything depends on how people hear. Слово Божье. The word of God. Иногда после проповеди я слышу такие отзывы. Пастор, сегодня Бог прям со мной говорил. And sometimes I hear, oh, pastor, God spoke to me. А с другим человеком говоришь? And another one I you talk to. It's all right. Сеятель один, семя одно. The sower is one, seed is one. Одного что-то произрастает в жизни. Something grows in one life. А другой сидит и thinking, oh, whatever. То есть я вижу, что вот то, что сейчас происходит, это драгоценное время. I believe that this is a precious time. Почему драгоценное? Why is it precious? Потому что сейчас можно думать о чем угодно. Because right now you can think about anything you want. И нет смысла и толка от того, что мы сидим здесь. And there is no point for why we sit here. И он говорит, Иисус в притче, этот приходит и похищает, and вырывает Jesus says, семя. The devil comes and just steals the seed. И он говорит, что вот семя звучит, слово звучит. The word is heard, the seed is being sowed. Когда человек сфокусирован, сердце подготовил, Господь, я готов. When a person is focused, his heart is ready. He's saying, Lord, I'm ready for you. Семя падает. The seed is fallen. Вера расцветает. The faith grows. Человек становится сильнее. And a person becomes stronger. Amen. То есть, что мы видим, Господь говорит вот в этом стихе нам? What is God trying to tell us? Говорит о том, что я хочу произвести в 100 крат результат в вашей жизни. He's trying to say that he wants to have 100% of fruit in our life. Amen. В 30, 60, 100 крат. 30, 60 to 100. Я говорю, Господь, я тоже хочу это. And I'm saying, Lord, I want the same thing in my life. Поработай над сердцем. Work on your heart. Сделай сердце способным. Make your heart capable. Как это сделать? How do I do it? Взыщи Господа. Seek his face. Взыщи Господа сильно. Seek his face as much as you can. Так у меня в духе уже живет же Иисус. But my Jesus is already in my spirit. В духе Иисус живет. Yes, Jesus is in your spirit. В твоем духе живет Иисус. In your spirit, Jesus lives. Но в душу атакует дьявол. But the spirit is attacked by the devil. Soul. Но душу атакует дьявол. Your soul is being attacked by the devil. Душу. Your soul. А душа это наш разум. And the soul is our mind. Это наши эмоции, our emotions, и наша воля. And our will. То есть дьявол атакует мои мысли. The devil attacks my thoughts. Кто понимает, о чем я говорю? Who knows what I'm talking Иногда about? Думаешь, что там ты надумал? And you're thinking, откуда oh, это все where пришло? Did all that come from? Я о себе говорю. I'm talking about myself. Чуть-чуть позволил. You allow it a little bit. А потом думаешь, откуда все это? And then you're thinking, where did it come from? Так у меня внутри Иисус же, да, в тебе живет. But Jesus is in my heart. Откуда это все? But where is all that coming from? Дьявол не имеет доступа в твой дух. Devil does not have the door to your soul. Но в душу он атакует. In your spirit, but in the soul he does.
мысль атакует. He attacks your mind, your thoughts. А потом эмоции, да, вот такое, разум, чувства. Чувства атакуют. Your mind, your feelings, he attacks your feelings. Иногда вы сами понимаете, да, иногда настроение такое, иногда другое настроение. And then you don't have any passion or to do anything. И последнее это воля. And the last is your will. Воля. Your will. Вот это взыщи Господа. This is what it means, seek the Lord. Воля. This is your will. Вот это сломать свою волю. To break your own will. Сломать ее. Break it. А я хочу, а у меня не получается. I can't. А мне тяжело. It's hard. А я ищу что-то. I don't know what else. А он говорит, вот взыщи, сломай. But he's saying, break it. Сделай так, чтобы все у тебя получилось. Make чтобы it ты so that it will happen. Нашел время для молитвы. So that you will find time for prayer. Время для поста. Time for fasting. Вот найди. Find it. И ты увидишь, как ты закроешь эту часть твоей души, волю. And you will see how you will cover your, that part of your soul. Amen. И последняя мысль вот здесь он говорит, это сей себя в правду. And then he says, sow yourself into truth. И Господь вот в последнее он говорит, вот что нужно, чтобы все выросло. And this is what you need for everything to sprout. Видите, в чем прелесть Писания? What's the beauty of the scripture? В одном стихе in one verse, весь процесс успеха. The whole process of prosperity. Все очень просто. Он говорит, я дам дождь. Simple. I'm gonna give you rain. Я дам дождь благословения. I'm gonna give you the rain of blessings. You're gonna be alright. Все будет нормально. Okay. Что тебе нужно сделать? What do you need to do? Все очень просто. Everything is simple. Начни искать меня. Start to seek my face. Больше, чем раньше. More than yesterday. Это будет перепахивать твое сердце. This is what's gonna fertile your soil. Сердце будет способно принимать. And your heart will be able слово от Бога, to receive the word from God, которым сотворена вся вселенная, which is what he used to create the whole universe. Это же самое слово. That same word, оно будет падать, is gonna fall в почву, которая будет on a soil на 30, 60 или 100 крат. That is 30, 60 or 100%. И будет все работать. And everything is gonna work. Тут говорят, не работает. In your, oh yeah, it doesn't work. Семя the сеется. The seed is being sown. Почва готовая. The soil is ready, and that's where everything starts. И он говорит, сей себя, сей себя в правду. And he's saying, sow yourself into truth. Righteousness. Righteousness. Сей себя в это. Sow yourself into that. Сей себя в это. Sow yourself into that. Вот как в той line, линии очереди, которую я стоял just the same way на паспортный контроль. When I was going through a passport control in that line. Думаю, слушай, ну а чё? Меня никто не знает. Так раз, снег чуть-чуть. And I'm thinking, oh, nobody knows me. I'm just gonna cut through. А потом внутри, в духе. And in my spirit, I'm. Там же Иисус, да? Jesus is there. Knock, knock. Не делай так. Don't do it. Вот эти свои мысли. And those thoughts. Вот эти свои чувства. Those feelings. И вот эту свою волю. And my will. Собери. Grab it together. Я самолетик придержу. I'm gonna hold back the plane. Все будет хорошо. And everything will be fine. Сей себя в правду. Делай что правильно. Sow into righteousness. Do something good. Что правильно. That which is right. Amen, церковь. Одна история, мы молимся. One last story. Один адвокат из Нью-Йорка. One lawyer from New York. Каждое утро перед работой заходил в бар, чтобы просто выпить. Every day before work he would go into a bar just to drink a few. Shots. И в один зимний день утро снежок выпал. And one winter day the snow has fallen. И он пошел в бар по такому
чистенькому беленькому снегу. And he started walking towards the bar on a clean, like brand new snow. Подходя уже к бару, он что-то повернулся. Coming next to the bar, he turns around. И увидел, что его сынишка проснулся. And he noticed that и вышел his son с ним из дома. Has woken up and has followed him. И шел, наступая точно в следы своего папы. And stepping in exact imprints of his foot, shoes. Может быть, это не самые такие лучшие картинки. Может быть, они чизи немножко. A bit cheesy pictures. Но я хотел как бы продемонстрировать саму идею. I want to demonstrate just the idea. Сынок встал, a kid woke up, и пошел по следам своего папы. And went in the imprints of his dad's. И когда этот папа повернулся, and when his dad turns around, он увидел только одни следы. He only saw one pair of imprints. Это были его собственные следы. And it was his shoes. И его сынок шел в бар вместе с ним. And his son went to bar with him. И он понял, что если он где-то сейчас не остановится, if he's not gonna stop somewhere, 100% он там окажется. 100% he's gonna end up the same place. Вопрос времени. Just time. И он его схватил, and he grabbed отнес him, домой, took him home, и больше никогда не ходил туда. And never went to the bar again. То есть есть такие простые, правильные вещи. There are simple but right things. Простые, но правильные вещи. Simple but right things. Иисус, он делал, что делает его отец. Jesus said, Jesus did everything what his father did. Мы делаем все, что мы видим, делает наш отец. We do everything what our father does. Духовный и физический. Physical and spiritual. В Украине. In Ukraine. Сердце мое, оно просто было истощено в один момент. My heart was just broken at one point. Я, может быть, об этом поделюсь как-то попозже. I'm going to talk more about it maybe later. Но я четко и ясно понял. But I clearly saw. Что понимать, что правильно, и делать, что правильно, это разные вещи. To understand what is right or do what is right is completely different things. И здесь Господь говорит: сей себя в правду. And God's saying, sow yourself into righteousness. Просто делай. Do. Что Писание говорит. What the Scripture says. Не думай, что там кто-то увидит, не увидит. Don't think of what they're gonna see or not see. И все будет тогда правильно. And then everything is gonna be fine. Сей, почва, дождь, ищи Господа, seed, и все будет на своем soil, месте. Soil, seeking His face, and everything will be alright. Аминь, церковь. Это то, чем мы будем заниматься на этой неделе. This is what we're gonna do this week. Это то, что Господь говорил мне. And this is what God spoke to me. Не переживай, что там дальше. Don't worry about what's next. Господи, день возможностей. Oh Lord, another day, another opportunity. Вот день твоей возможности. Приготовься к времени дождя. Opportunity. Get ready for a time of rain. Приготовься к времени дождя. Get ready for a time of prayer. Как? Rain. How? Приготовь почву. Make your soil ready. Положи туда семя. Put a seed in there. Если не приготовишь почву, if you're not gonna get the soil ready, дождь придет, the rain will come, не поможет. But it won't help you. Некоторые люди говорят, ты знаешь, классный дом, хотел бы купить этот дом. Some people are saying, oh, such a great house, I want to buy that house. Классная opportunity. Great opportunity. Но кредитную историю не успел исправить. Couldn't fix my credit history. Собрать down payment не успел. Couldn't get down payment money. Man. То же самое в духовном мире. Same thing in the spiritual realm. То же самое в любой сфере. Same thing in any sphere. Не жди, когда придет день возможности. Don't wait for a time of opportunity. И тогда готовиться. And then you start getting prepared.
Это осенью будет. It's gonna come in the А сейчас лето нужно пахать. But this summer, it's summer. Сердце свое work. Пахать. Work on your heart. Семя туда. Put a seed in that heart. Осенью пойдут дожди. In the fall, there will rain. Аллилуйя, слава Богу за Портленд. And praise God for rain. И все будет хорошо. And everything will be fine. И все сказали аминь. And all the people said, Давайте встанем для молитвы.